Здравствуйте. А вы не подскажете, а что обычно остается после 8 вечера? Ну, у нас не остается, мы их продаем. Нет, 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 я имею в виду по скидке. В основном, да. Много. У нас а, все, много, да? Все у нас. Нет. А. Много у нас не остается, мы уже весь товар на магазине продаем. Да. У нас скидки идут на все, не только на булочку. Да, да, да. Печенье там, орехи, на все. А, вот так, хорошо. Мы специально так делали, да. Ага. У нас хорошо. Есть третье преимущество, мы можем это делать и делаем. Да, да. А я думал, что-то определенное остается, то, что нет, не... Нет, нет, я хотел посмотреть. Некоторые месяцы так и делают, например, на булочке делают, ага, да? Да. Булочка у нас тоже смысла нет, только, например, у нас с возвратом мы работаем. Как бы мне старый продавать смысла нет, если я фирму даю, фирма обратно да, 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 мне дает новый товар. А. А так мы делаем на все. Хорошо, спасибо. На все, на все. Да, спасибо. Так что да, может, там вечером или если угу, меня угу. Может, убрать. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, а мне подскажете о визитку отеля? Можно попросить у меня не искать в интернете? Какой у вас вопрос, мы здесь могу помочь? Что?
какой у вас вопрос? Может, я смогу помочь? А, нет, нет, тут приедут пассажиры, мне надо их отселить отдельно, чтобы они у меня не жили, понимаете? Я думаю, около дома отель сейчас иду, надо заранее подготовиться. Я могу вам номера показать, если хотите. Нет, а входной билет какой сюда? Ну, номер самый дешевый, сколько будет стоить где-то недели через две, через три? Через две, три недели. Да. Какой порядок цен? Смотря сколько номеров будете бронировать. Нет, один номер, ну, до 100 евро будет что-нибудь? Да, конечно. А, будет, да? Да, да. Смотри, 4 звезды. Я сначала мимо прошел, но надо вернуться, уточнить. Это лобби-бар, вот он здесь находится, да? То есть они здесь могут даже перекусить что-то? Да, у нас через 2 недели как раз запустится новая кухня, у нас пока переделка меню чуть-чуть, напитки и бар, а через 2 недели еще будет меню. А, как раз они подъедут. Скажите, а до какого часа работает? Ну, до последнего. Здесь администратор, который сидит, он... Ага, регламентирует, да? Да. Ну, хорошо, ладно, спасибо. Все, спасибо большое. Да, да, именно. А вы не подскажете, эта топка будет работать? Или она работает? А, она работает, да? Да, это понятно. То есть там настоящий огонь на газу или нет? А, ну. Огонь настоящий, на топку специально. Это не газ? Нет. А, я не знал, интересно. Он подозревается топливо, он на испарение работает. Ага. А, не слышал. Хорошо, спасибо. Спасибо. Извините, 17-я квартира в этой или парадной или нет? Откуда? 17-я. Квартира? Да. Что тогда
равно никого не вижу, кто там, я не знаю. А она здесь вообще? Я зашел, не посмотрел. Подождите. Не знаю. Что-то я уверенным шагом зашел, а я не посмотрел. Она здесь, квартира. Точно? Нет, 17-я здесь, квартира. А, четвертый этаж. Нет. Значит, не этот дом. Нет, второй этаж был. А вот, смотрите, это четвертый же? А там на втором было, значит, это не тот дом. По-моему, они на третьем. Да? Прямо вот так. Ну, только я сейчас там никого не вижу. Ну, я тоже давно не видел. Но это не в этом доме, мне кажется. А, ну, может быть. По-ординарной, но на той стороне. Это не ординарная. А, это не ординарная? Зачем? Это, во-первых, Малый проспект. Ой, это я... Ординарная вот следующая. Вот идите. Все, у меня в голове перед. Вот она, где я, вот же эта площадь. Конечно. Там затянут, и она и есть. Вот это вот она. Все, спасибо большое. Я задумался. Спасибо. Здравствуйте. Я цены посмотрю, не возражаете? Нет, конечно. А здесь цены нету. Вот этот букетик сколько стоит розовый? А, нет, вижу, все, простите. Да, она наверху, да. Хорошо, я так заранее. Так, вот еще декор какой-то продается. Интересно. Спасибо. Спасибо. Да.
Здрасте. Здравствуйте. Простите, а вы цену мне сможете подсказать? Вы знаете, вот Мариинский театр, 19 февраля, русские сезоны. Я хотел узнать, сколько будет самый дешевый билет стоить? Ну от чего отталкиваться просто? Все, хорошо, спасибо, спасибо. Простите, а до скольки вы работаете сегодня конкретно? Сегодня мы работаем всегда до 10. А, всегда, да? Да, до 10 мы всегда. Хорошо, спасибо. Спасибо. До свидания.
Mm-hmm.